Ну, Лео Верда сегодня была вообще. Вот, вот она играла лучше всех. Лучше меня, лучше Кипа, лучше всех вообще. Девушка вообще. Вот зашибись играла. Девушка, которая играла в Mortal Kombat, ей дали утешительный приз, а я думаю, тут Лео Верда не отделается утешительным призом, тут надо давать чуть ли не. Дополнительное Вито. Да, дополнительное что-то. Такое. Да, как минимум Вито. Ну нет, конечно, не Вито, это шутка, но в общем вот такого масштабного какого-нибудь подарка не надо. Конечно, девушка, которая так играет, это вообще, по-моему, первый раз за всю историю файтинга московского и вообще вот российского, по-моему, девушка, которая играли нормально, я не знаю, по пальцам может сосчитать. Лео Верда. По пальцу? По пальцу, даже по пальцу. Я вот взял пальцы, посчитал сразу. Вот, правда, вот и она вот с каждым чемпионатом все лучше и лучше, все лучше и лучше. Ну, тут все подхалимы, все любят Лео Верду. Давай, опустим пока эту тему. Давай посмотрим, что происходит. Ну, здесь происходит то, что Сет тащит уже, по-моему, вторую тиму в одиночку. Что-то навесили. Ты же в команде в его. Я, да. А что ты, отнимите джойстик-то у него, ну, а то он засиделся. Ну, просто у нас как бы капитан Руфус решил, то, что должен начать играть Сет, а потом он, а потом я. А, у вас капитан Руфус. Ну, получается так, потому что, ну, в общем, мы как бы, эта команда новая. У нас должен был выиграть Самаэль, но как бы Самаэль немного перестал играть с нами. Ну, у него там свое увлечение сейчас, и поэтому нам пришлось взять Сета. Хотя Сет очень хорошо играет, как бы. Ничего против. Тоже он так и рано слился вместе с Руфусом. Ну. Как прокомментируешь? Ну просто Сет, он, по-моему, играл на в одиночном очень многими чарами.